Здравствуйте, дорогие гости и зрители моего канала. Итак, вы видите на своих экранах визиточки от магазина Мир Вышивки. А это значит, что я купила новые наборчики именно в этом магазине. И получила посылочку. Хочу поделиться своей радостью с вами. Ну, для начала это две вот таких милых, прекрасных лапушки, зайки. Не знаю, как назвать. Называйте, как хотите, но вот эта рукодельница, она просто, знаете, это само очарование. Это ромашка в волосах. Так здорово проработанные ножки. Это вышивка, вот все, что она делает, и выражение лица, и все мне очень нравится. Называется она маленькая рукодельница. Размер работы 15 на 18, и количество цветов 24. И вот такая здесь цветовая гамма. Прекрасная цветовая гамма, вообще супер просто. Очень мне она понравилась. И вторая тоже девочка маленькая умаялась. И кукла тут очаровательная. Девочка тут прекрасная. Глазки ее будто бы накрашены, но очень выразительно проработаны. Пижамка в горошек. Ниточки, посмотрите, пожалуйста. Муся, что ты? Итак, дальше давайте смотреть. А дальше это хризантемы. Это очень старый набор. И вот он вышел в новой комплектации у фирмы «Чудесная игла». Он есть и в старой комплектации. Знаете, когда я смотрела там на той обложке, мне не приглянулся он совершенно. А здесь я глянула, думаю, какая же это прелесть. Какой летний-летний прям букет. Прям, ну вот, наверное, куст цветов, не букет. Очень понравилась мне эта работа. Здесь скрин отшива. Ну, то есть вот фотография отшива, да? Да, фотография. Отсвечивает, извините, но вот ничего не могу сделать. Вот такая красота в итоге у меня должна получиться. И здесь кусочек схемы, но ниточек, девочки, не видно ниток. Нитки буду показывать, когда уже все открою. Но схема мне нравится, чудесные иглы. Очень нравится. Следующий набор. Это панды. Это вот такие классные панды. Мама с ребенком. 22 на 38 размер работы. Очень мне они нравятся. И канва под лен номер 4, 15 цветов, художник Алина Милентьева. Сказать хочу спасибо Алиночке, большое спасибо. Сыночка ему идет, сейчас вы нас увидите. Миха, Миха, сына, сына мой, Михречка, ну, зайка, Тюма, я иди ко мне, сына, иди к нам, иди покажись скорее нам, хвостик маленький мой. Вот он и пришел. Ну, так мы отвлеклись немножечко. Вот так мы сели. Там у хороший. Да, зайка мой. Так. Спасибо еще раз хочу сказать. И фирме Риолис, и художнику. Все мне нравится. Единственное, что останавливает, вот эта цветовая палитра ниточек. И цвет канвы льняной. Ну, все так же, как у моей совы, которую сейчас вышиваю, поэтому немножко я после совы выдохну на более ярких цветах. И уже, наверное, ближе к зиме, ну, дабы не загадывать. Конечно, здесь есть и зелень, и коричневый, вот голубой где-то вот тут вот проблескивает. Ну, посмотрим. И последние, девочки, я ее очень хотела. Мне вышивальные мои подруги с выставки рукоделия
показывали фотографию отшивы, оформления. И вот и моя зайка. Молодец. Молодец. Дай мне, пожалуйста, она на этом полежи. На. Ложись на этом. Так. Это вот такая красавица. Очень мне на Александра Гусарова художник. В набор входит 22 цвета ниточек. И сам размер готовой работы будет 21/30. Ну вот подблескивает, не знаю как. Вот так, наверное, таким образом покажу. Но она прекрасна. Есть уже отшив, я видела на ютубе. И тем более еще заразилась. У меня есть вышитая лиса, вы знаете. И в подобном оформлении леопард. И поэтому я очень-очень загорела желанием. Но хочу сказать, что вот здесь на фотографии намного светлее цвет канвы. Давайте посмотрим. Вот он цвет канвы, какой предлагает нам производитель. Ну и прекрасные яркие ниточки, конечно. И опять это шерсть. Значит, у нас получилось два набора. Мы вышиваем шерстью от фирмы Риолис. И это чудесная игла. Вышивать будем ниточками. С вами, конечно, вместе, дорогие мои зрители. Такие красивые милашечки. Я не знаю, мне с Алиэкспресс пришла равномерочка. Скорее всего, я ее попробую отшить их на равномерке. Потому что на конве отшивать, ну, знаете, достаточно жалко. Вот сейчас я покажу вам равномерку. Нашла равномерку. Но единственное, может быть, она не такая белая. Приложим, посмотрим. Но она немножко не такая белая. Угу. Но, тем не менее, посмотрим. Ну, очень здоровские эти девочки. Это все, это прелесть. Да, наверное, равномерочка ближе к голубому. Вот видите, на голубой фон ложу и понимаю, что это вот не очень белая. Она ближе к голубому. Ну да ладно. Ладно. Хочу сказать спасибо большое магазину Мир Вышивки или Мир Крестиком. Большое вам спасибо. Я у вас покупаю и буду выписывать дальше посылки, покупать наборчики. Очень мне все нравится. И система скидок, и все нравится мне у вас. И сроки доставки, и условия доставки. И, конечно, хочу большое сказать спасибо нашим зрителям. Да, Михочка, сын. Ну вот, не любит мой кот камеру. Ну, не подумайте, что он невежлив, он просто не любит камеру. Ну вот, очень ласковый мой ребенок. Вот он, зайчик. Вот он. Ну а вам спасибо еще раз. До свидания, до новых встреч.